Совет национальной безопасности и обороны в апреле ввел персональные санкции против контрабандистов. Об этом СНБО получило письмо от Арсена Авакова. Об этом заявил Алексей Данилов в интервью «Первые лица» на 24-м канале. По его словам, Аваков сказал, что есть люди, которые непосредственно участвовали в процессах, связанных именно с сотрудничеством с контрабандистами. Аваков дал соответствующее поручение. Данилов рассказал, что это не было решение, а поручение провести проверку этих лиц. Те люди, которые выполняли его, не нашли в их действиях никаких недоразумений. Однако, они даже не ожидают, что с 1 июля будет другая проверка каждого человека. Уже после этого можно будет увидеть, кто был прав. У нас было письмо министра внутренних дел Авакова. Он сказал, что на их взгляд есть люди, которые непосредственно участвовали в процессах, связанных именно с сотрудничеством с этими контрабандистами, заявил он. По словам Данилова, все решения, которые принимает СНБО и поручения, которые она дает, контролирует, они не могут позволить себе ошибиться перед обществом.